Миллионы поклонников самого интеллектуального спорта пристально следят за ходом мирового первенства по шахматам. За чемпионский титул сражаются норвежец Магнус Карлсен и россиянин Ян Непомнящий. Нашего спортсмена поддерживают болельщики и компания «Фосагро». В Дубае, который до середины декабря останется шахматной столицей мира, проходят матчи за чемпионскую корону. Для Магнуса Карлсена это четвертая подряд защита титула. С 2013 года его пытались победить Ананд, Корякин и Круана. Теперь обыграть норвежца стремится Ян Непомнящий, победитель турнира претендентов, прошедшего в Екатеринбурге. Он действительно очень тренирован, в хорошей форме, физически и моральной. Конечно, я надеюсь, что шахматная корона вернется в Россию. На пресс-конференции в честь открытия чемпионата мира Андрей Гурьев отметил, что шахматы – это часть российской идентичности, игра, которая входит в ДНК нескольких поколений. Уже много лет компания «Фосагро», которую возглавляет Андрей Андреевич, принимает участие в популяризации и развитии этого вида.